Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в каналочку на сервере Roleplay Центральный округ. Моник здесь Кирилл Путбулов. И не заводить моник при регистрации. И тут встретил подписчика, он написал типа: я подписан на ваш журнал. Но я понял, что мне тут канал, я написал круто, все говорят круто, даже Кена. Ну ладно, но в принципе я не знаю, вообще Кена мои видосы типа смотрит, но что-то трудно верится на самом деле, я думал он вообще никого не смотрит, ну ладно. Суть не в этом, пацаны, я, как вы поняли уже по названию, наверное, по превью купил мотоцикл, но как я его покупал, не записалось, точнее это записывалось, в принципе, да, но в этот момент у меня просто пропал свет, потому что там техработы были, короче, поэтому света там и так далее. Поэтому света у меня не было, он пропал и серия не сохранилась. Купил я себе мотоцикл, почему и зачем я его купил, я вам сейчас, в принципе, расскажу. Давайте сядем в машину, нужно еще доехать, забрать, получается, мотоцикл. Я купил Планета 5, ИШ Планета 5, короче. Зачем я его купил, пацаны? Ответ простой. Как вы помните, я ездил на этом мотоцикле, в принципе, но на арендованном. По паркур-трассе, так сказать, и, блин, как бы... Мне он очень понравился. Почему я так люблю этот мотоцикл? Да потому что у моего двоюродного брата был такой мотоцикл. Именно такой же. Он его просто откапиталил. Он был у него в охрененном просто состоянии. Сейчас вы увидите картинку, в принципе. Я зашел на его страницу и нашел, как он выглядел у него. Он его продал уже давненько. У него сейчас другой мотоцикл, в принципе. Если вам интересно, какой у него другой мотоцикл, то ставьте лайки и пишите в комментариях. Есть тоже картинка его другого мотоцикла, который он тоже откапиталил и сейчас вроде бы как на нем ездит. Сейчас мы доедем, только я даже не знаю, куда ехать, стопэ. Так, Cars. Чисто реально у меня такая, пацаны, ностальгия. Вот этот мотоцикл. Так, найти. Так, он у нас находится, получается, в Арзамасе, да? Или где? Или в Южном? Не, ну ближе будет, конечно, доехать, я думаю, тогда на штрафстоянку. Давайте припарковать, вернуть на старт место парковки. Так, все, я это сделал, получается. Теперь можно как бы ехать на штрафстоянку и забирать его. Пацаны, я не знаю, что с ним можно будет поделать. Я купил его на первое время, как бы просто покайфовать, поностальгировать, потому что я сам ездил на этом мотоцикле, в принципе, ну, в реальной жизни, конечно же, я имею в виду. Ну и в игре тоже, ну вы поняли, короче. Только ездил с коляской, с братом, короче, я. Кстати, неплохо так ездить умел. Ну, просто я очень давно не ездил. Я где-то на нем ездил в лет 15-16. Сейчас мне 20, как бы. Вы сами понимаете, поэтому... Я после того на нем, кстати, не ездил, потому что, ну, чуть в заборчик не въебался, короче, там, ну, вы поняли. Поэтому я решил купить на родине, получается, мотоцикл, чтобы понастригировать. Сейчас подберем на него цвет, потому что я... Тоже подбирал цвет на серию, но подобрал не очень цвет. Я думаю, у него он такой голубой, но он такой насыщенный синий цвет у него, короче. Поэтому сейчас перекрасим. Я два цвета нашел вроде бы как. Сейчас попробуем перекрасить прямо там. Надо будет еще припарковать машину. Блять. Нахера обратно их вернули, эти лежащие полицейские? Это пиздец, конечно. Короче, доедем уже и, наверное, там продолжим. Так, вот мы подъезжаем. Блин, реально, у меня такая ностальгия, просто не представляю, какая у меня радость. Просто, когда я вспоминаю эти моменты, когда я с братом катался, блин, на этом мотоцикле. Жалко, конечно, что он его продал. Мне реально было жалко то, что он продал свой мотоцикл, так сказать. Кстати, вот здесь как бы бах, есть криминалки, видите, вот эти хрени появились. Одни то есть, то их нету, поэтому не обращайте внимания. У моего брата было без этих штук, если что. Сейчас пробуем перекрасить, кстати, его сразу. Так, пишем, давайте, баллон. 137, по-моему, баллон. Или 100... Ну да, по-моему, 137. 137. И, по-моему... Ну, давайте 137, 137 попробуем. Вроде бы такой цвет, короче. Так, давайте перекрасим. А, нет, что-то я перепутал. 133, наверное. Или... Стоп, 133, наверное. Что-то я перепутал, я просто не смотрел, ну я посмотрел, просто в русло зашел. Так, сейчас посмотрим. Нет, это не он тоже. Так, ну 143 там был. 143, я точно помню, что это именно цвет, какой нам нужен. Так, быстрее надо красить.
чтобы не прошло 30 секунд. Да, ну типа такого не цвета, кстати, было. Ну, похоже, очень похоже. Да, вот, вот, да, вот такой цвет у него был. Вот, прям в точку я попал, короче. Вот, заебись, все, закрываем. И едем. Блин, реально, у меня просто такая ностальгия, как мы ездили, реально, блин, это было круто. Мой брат владел этим мотоциклом где-то 2 или 3 года, в итоге его подкапиталил и продал. Продал за нормальные деньги, в принципе, ну, он, ну, как бы, он того стоит, за сколько он его продал. И купил себе другой мотоцикл, блин, честно, даже не помню, как он называется, тоже, по-моему, Иш, но если вам интересно, то я расскажу в следующей серии, в принципе, как бы, сейчас у нас уже задача поехать его препарковать. В первую очередь, так, бензин есть, все заебись. Тюнговать мотоциклы на родине, если что, нельзя, как бы, поэтому я бы его протюнил, ну и так, в принципе, хорошо. Он может от первого лица давать, пробуем проехаться, кстати, так. Бля, вот это уже интересно. Ну, бля, трясет, конечно, да, вот это хреново. То, что видите, да, вот вид от первого лица на мотоцикле, это полный пиздец, конечно. Эх, помню эту приборку, этот, блин... Такая ностальгия, конечно, ё-моё. Конечно, он здесь не так проработан, как, понятное дело, в реальной жизни, но... Бля, это кайф просто. Я реально кайфую от этого мотоцикла, реально. Просто кайф. Мой брат, если что, живет в селе, реально, блин, я вот еду сейчас, смотрю на него, вспоминаю, и аж хочется поехать в село, покататься на мотике, блин. Реально, блин, не знаю, зачем я это говорю, в принципе, я думаю, это лично, но, блин, реально, я выражаю свои эмоции, в принципе. Просто, вы не знаю, меня сейчас переполняет, я же заговариваться начинаю, потому что, блин, очень было круто, когда мы с братом катались. Это было реально охуенно. Давно я, кстати, не ездил к брату в село, в принципе. Как бы, ну, у него свои дела, у меня свои дела, поэтому, как бы, да. Мы с ним очень редко видимся, в принципе, но ничего. Думаю, все нормально. Бля, я помню просто, я помню, блядь, до мелочи просто этот мотоцикл. Да, у него тоже такой был этот... Кстати, вот эта сидушка, она снимается. Она вот так снимается вместе с этим крылом, по-моему. Да. Ну, не знаю, вам интересно, может, тематика или нет. Кстати, пишите в комментариях, что мне с ним поснимать такого интересного. Либо в следующей серии просто рассказать, как у брата мотоцикл там, покататься на нем. Я бы по какому-то селухе, по Корякинам можно было бы на нем покататься, блин. Потому что мы с братом накатались по селу. Блин, это было круто, реально. Это было реально круто. А, я что-то сейчас жестко обломался в том, что, блядь, это, я только что понял, что, блядь, это, у моего брата было Иж Планета 5, а это Иж Юпитер 5. Блядь, по-моему, уж два, да, на сервере есть, это Юпитер и Планета 5. Блин, я, походу, тот мотик купил. Кстати, купил его за 150 тысяч, ну ладно, он внешне прям очень сильно похож, прям, блядь, ну, тютелька в тютельку, ну, вы, в принципе, на картинку видите, поэтому ничего страшного в этом нету. Я что-то не обратил внимания, что здесь написано Юпитер 5. Хотя, блин, он очень похож. Блин, я не знаю. Они, по-моему, блин, одинаковые, я вам скажу даже. Может, это в КРМП что-то перепутали? Ну, ладно, короче. Не суть важно, но все же, бля. Ну, короче, на картинке братного мотоцикла все поймете, что все нормально. Надо будет чекнуть. Напишите в комментариях, все-таки... Есть же и планета Юпитер, да? Я походу, Юпитер за 5000 купил. А, он еще и красный был, кстати. Он красный был. Так, а где его паркнуть бы? Я вот не знаю, прям такое место. Найти, да, возле параши именно, да. Ну, давайте его припаркуем, ну... Допустим, вот здесь давайте припаркуем его. Так, пишем парк. Все, в принципе. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.